Всем привет, ребят, на моей маленькой аквариумной ферме. Итак, вот уже рыбка вся покормлена, сыта, все хорошо, чувствует себя прекрасно. Вчерашние подмены, все, чистота, порядок, вот такую я разводинку люблю. Даже уже, ребят, здесь есть малек гупешки. Где-то я видел, штучек так 5 или 6 уже плавает. Но что-то я думаю, что вот эти, что поубегали, они за ними и гоняют. Надо было бы их убрать, но нету времени. Пускай гоняют пока временно, а потом когда-то в другой день мы займемся этим делом. Но это будет, скорее всего, завтра, чтобы убрать вот этих всех беглецов. Также вот уже почти проклевывается личиночка сомиков крапчатых. Здесь уже начинает висеть личиночка Данио. Золотушка вот так вот плавает, питается, с ней совсем никаких проблем и нету. Вот эта предыдущая, вот смотрите, какая уже красивая. Но серая, такая серебристая. Все с хвостиками. По-моему, убрал 2 однохвостых малечка. Они были успешно пересажены и где-то там себе плавают. Тернешечка подрастает вот понемножечку. И вся рыбка, ну, прям таки радует глаза, если честно вам сказать. В чистоте, в порядке, это меня капец радует. И продолжаем. Не продолжаем, а начинаем работу на сегодня. Убрать неонов с нереста, убрать тернешку, от нерестилась эта зеленая пара и эта зеленая пара, а наверху что-то все молчат. Непонятно почему, но еще денек они пускай посидят. А завтра уже точно будем их убирать оттуда, потому что приближаются следующие нересты рыбки и будем кого-то нерестить. Циклы, так сказать. Вот неончик уже здесь вот так вот подрос. Плавает себе. Вот видите, какое количество. Это второй нерест, уже побольше. А третий так совсем огромный. Тоже питается, все хорошо. Ну и вот уже четвертый нерест. За небольшое время происходит. Но у них цикл нерестов 6 дней у неона. И в принципе они нерестятся 8 раз. Надо уже понемножечку задумываться о том, чтобы менять производителей. Потому что раз-два и обчелся. Также вот подрастает на производ вот такой вот неон, ребят. Уже 3,5 сантиметра. Такие хорошенькие. 3 так это точно. Здесь есть. Уже много продал отсюда, конечно же. Еще 20-ка уедет завтра. А остальных я уже не буду продавать, оставлю себе на производ. Но уже, конечно же, если подрастут, тогда уже будем их и продавать. Если честно, неохотно, но есть клиенты, просят. И также надо красную тернешку, вот видите, вот здесь уже подросла, отобрать себе на племя. И там красной тернешки так хватает, и надо отобрать на племя. Ну и погнали работать, ребят. И часть работы сделана, так как убрал зеленую тернешку. Убрал вот сюда вот, установил аэрлифт, и пускай созревает икринка. Она должна быть завтра. Все вверху, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь пар молчат. Не знаю почему, но пускай денек еще постоят, а завтра уже будем их оттуда убирать, пробовать что-то сцеживать и всякие штучки. Также приходил клиент, прикупил 10 анциструсов, взял немножко корма и уже хорошо себя чувствует разводня на маленькие растраты. И вот столько вот я собрал, ребят, икры на вот 2 пар тернеций. Икры, конечно же, много. Есть хорошая, есть и плохая вот белая. Это не совсем хорошая икринка, но будем надеяться, что что-то хотя бы проклюнется. Здесь уже тернешка, вот видите, с прошлого раза. Есть личинка вон там, вон в дальнем углу. Но камера ее не видит, конечно же. Проклюнулась и висит. Также проклюнулась личинка минора.
тоже есть пропавшие икры много, но и личинка уже присутствует. И вот эти вот неончики уже пузо отъели. Вот видите, все оранжевенькие. И хорошо себя чувствует. Надо будет делать им аквариум какой-то побольше. Но пока вот посидят вот здесь. И приступаем к просмотру икры. Где что есть. И сразу же буду убирать. Вишенка молчит. Ничего там и нету. Но тоже еще пускай денек посидит. Погнал работать я с неоном. Вот и разобрался с неоном. С 22 пар, по-моему, если я не ошибаюсь, отнерестилось только 6. Вот я их оставил на завтра. Пускай себе сидят. Завтра не отнерестятся. Сцеживаем и убираем. Также вишенка и также вся торнешка. Но это будет завтра. Есть икра, конечно же, очень много икры и хорошей. А есть и много белой. Так вот, как вот здесь, но это не совсем много. Но результаты, конечно же, меня устраивают. Так как раньше было совсем много белой икры, а сейчас, ну, более-менее предостаточно. Есть побольше икры, есть поменьше икры. И производители вот уже вот здесь. Набросал я им корма серовипан. И пускай набирают икринку. Будем вот эту неделю вторую экспериментировать с этим кормом и посмотрим, как они будут нереститься. Я думаю, посмотрим, как оно получится, конечно же, но думаю, будет хорошо. Так как самочки совсем классно поедали вот этот корм, но как он по питательных веществах, еще не знаю. Но будем экспериментировать. И на сегодня еще подмены здесь. Я вот так вот смотрел, фотки высылал неончика. И смотрю, а здесь вот икра и сомики золотистые отнерестились без течения в этом вот аквариуме. Сейчас надо еще немножечко ее икринки собрать и подмены в трех аквариумах и домой. Теперь, ребят, полнейшая чистота. И здесь уже подменил воду. Вот так вот это все выглядит. Немножко осадка еще осталось, но это совсем ерунда. Главное, свежая вода подменена рыбасиком. И вот собрал вот здесь вот, так чутка немало икринки. Конечно же, мой телефон плохо снимает. Сейчас сюда метилен кисиний капельку и под аэрацию пускай созревает. Ну и на сегодня работа, ребята, кончена, так как времени совсем мало, но немного работы сделано. С вами был Александр, всем приятного дня, вот такого настроения, удачи и до завтра!